Евгений, основной вопрос – это история твоего участия в проекте Алексея Алексеевича Кузнецова. Вы же давно работаете вместе? Ну да, да. Уж не помню, с каких лет-то. Может, с конца 90-х, наверное. И дуэтами играли, и с Игорем Михайловичем Брилем в трио у нас было. И квартетиками всякими. А с Данилой же, с Данилиным Володей играли квартетом. Так что мы с ним понимаем друг друга хорошо. Вот этот новый проект, который записывается на новой студии CineLab, как вообще отбирался репертуар? Это выбор Алексея Алексеевича? Да, его, да. Его любимая музыка? Наверное, да. У него масса же есть, он комбинирует из разных составов, у него масса идей есть. Вот этот проект он придумал таким образом. Так что, а мы иллюстрируем по мере таланта. Какие ощущения от работы на этой новой студии? Очень комфортно. Я впервые вот от начала до конца сессии, практически смена, ощущал радость от звука контрабаса. Постоянная радость, никто ничего не крутит, постоянно теплый звук. Ну, красота. Очень удобно сделаны наушники, что можно всех регулировать. То есть комфортно очень, хорошо. Общее ощущение как? Проект получается? Ну, в целом, думаю, да. Думаю, в целом, да. Вот соберет Алексей Алексеевич все вместе, как он это видит. Там же есть у него порядок пьес специфический. Будет, наверное, неплохо.